Всем привет! Меня зовут Ольга, и я недавно окончила курс «Формула тортин» в школе «Oh My Bread». Тортин – это самый сложный хлеб из влажного теста, это король хлебов, и, собственно, его я сейчас и замешиваю. Этот хлеб я освоила в школе буквально за месяц, потом покажу вам, что получится. На курсе еще можно печь вот таких красавчиков, ржаные формовые хлеба. Конечно, это все благодаря Анне, идейной вдохновительнице, основательнице и главному преподавателю школы Oh My Bread. Анна построила курс так, что хлеб просто не может не получиться. Грамотные и точные технологии приготовления, карта технологического контроля, видеоуроки – все очень подробно и наглядно. Сама Анна – очень профессиональный и терпеливый преподаватель. Ей, а также остальным преподавателям в школе можно задать любой вопрос и получить развернутые ответы. Хлебопечение – это одна из самых прекрасных и гармоничных вещей, которые только существуют. В хлеб влюбляешься раз и навсегда, а запах свежевыпеченного ржаного или пшеничного хлеба в доме бесценен. И, конечно, за этот просто потрясающий хруст корочки можно многое отдать. Всем новичкам, которые давно мечтают научиться печь хлеб, советую не бояться, даже если нет опыта. Более того, курс построен именно так, чтобы привести ученика с нуля к шикарному хлебу. Вы только посмотрите, каким красивым тортином вы можете порадовать родных и друзей. Смело поступайте к Анне на курс, у вас точно все получится.